Михаил Петрович Дмитриенко – руководитель вокальной группы «Черноморочка». Он начал свою творческую карьеру еще в далеком 1959 году в станице Львовской. Затем меня забрали спецнабором в ансамбль группы «Войск» Германии. Потом я вернулся и работал в поселке Ильском в школе номер 14. И во всех домах культуры и детских садах. После этого Михаил Петрович успел поработать в Сыктывкаре и в Киевском дворце культуры. Общий стаж работы Михаила Дмитриенко в культурной сфере более четверти века. Поэтому он стал для коллектива опытным наставником. Наш коллектив очень благодарен Дмитриенко Михаилу Петровичу за то, что он у нас есть, за то, что он нас учит, научил слышать музыку, петь, научил нас понимать ноты. «Черноморочка» считается любительским коллективом. Несмотря на это, ансамбль ценят в районе и постоянно приглашают выступать на различные мероприятия. Кроме того, вокальная группа часто становится лауреатом районных и краевых конкурсов и фестивалей. Сейчас коллектив готовится к международному фестивалю в Крыму от народного телеканала «Жар-птица».